Я помню, как гордилась и радовалась. Не могла поверить, что самые популярные девочки хотели со мной дружить. И то, что я все так испортила, я перестала сама себе нравиться. Кажется, я думала, что если буду избегать это все, то все будет проще. Но это не так. Было только хуже. Понимаешь, почему мы дружили? Я вечно подстраивалась под тебя. Нет, Ви, мы дружили, потому что я клевая, а ты убогая. Ты похожа на призрака. Все хорошо. Я была не похожа на других. И потом, когда я говорила, что хочу стать моделью и поехать в Париж, все думали, что я сошла с ума. Не верят, что у меня получится. Они не понимают, как и мои родители. Даже они не верят, что у меня получится. Может, я постоянно сдаюсь? Не знаю. А откуда тебе знать, какая я? Нет, ты не любишь меня. Не говори так. Ты совсем не знаешь меня. Я знаю. Послушай. Не говори так. Я сама себя не знаю. Кью, я понятия не имею, кто я. Убирайся! Убирайся! Милая, все хорошо. Мне здесь так плохо. Я ненавижу этот город. Я ненавижу этот город. Ну да, у меня депрессия. Но я не стану кончать с собой. Я заявлю в полицию, что вам на меня плевать. Я просто хочу помочь. Если хочешь помочь, то не ори на меня. Вся школа меня ненавидит. Юнос хочет меня бросить. Так что хватит с меня твоих скандалов. Я устала подбирать себе одежду, учитывая мнение окружающих. А какого черта мне это нужно отрицать, Нора? Я этого не стыжусь. Просто ты никогда ничего не говорил. И что с того? Она ест, а потом приходит сюда и плюет. Обсуди это с другими жертвами. Боже, папа, я ненавижу это слово. Жертва. Я — это просто я. Мне жаль, что я больше не человек, а проблема. Иногда я думаю, что если бы Хана пришла ко мне, все могло бы пойти по-другому. Может быть, ей было слишком больно говорить об этом? Но люди порой начинают новую жизнь, даже если ты не из благополучной семьи. Мне нужно начать сначала. Если ты переводишься из-за небольших проблем, то ты легко сдаешься. Ты должна бороться. Просто, знаешь, никто из вас не смотрит на меня и не думает, что я умная, образованная или интересная. Странно. У меня есть мозги, я поступаю в Дартмут. Ты... из-за этого расстраиваешься? Нам любая неприятность видится просто концом света. Но это не так. Ну да. Это только начало. Прости. Все в порядке. Иди сюда. Все хорошо. Это вы? Да, это я. Очень красиво. Спасибо.